ехали мимо, заметили, что козел запутался. Остановился Сергей, посмотрел. Вот любовь такая. Это Алексей Устинов, козлик. Хороший такой, ласковый. На ноге, на правой у него там отпутать надо. Он частенько запутывается. А у кого борода длиннее? Ну-ка померьте. Козырек-то убери. Ну-ка, козла. У кого козла? Ну-ка попробуй так, вплотную к своей бороде. У него борода хорошая. Ой, любовь какая. У него 6 жён. 6 козочек. Сегодня же утку-то, когда выпутывались из сети-то, да. Она меня в щеку гвозданула. Укусила? Да, укусила. А Сергей, давай за ворот теребить. Но ей жить охота. Типа паразит, вы что тут сеть расставили? Глянь, показывает. Не надо, не приучай его к этому. Сергей. Сергей, уходи. Он потом детей будет бодать. Не нужен. А что ты его не распутал? Все. Вот видишь, что выкопали вокруг. Вот видишь, какая, чтобы весной вода уходила. Траншея. Значит, нанимали что-то. Экскаватор прошел тут или что. Чтобы вода утекала с другой стороной. Заметили, да? А? Пленку натянул, чтобы этот корша не хватал. Ну птиц. Да, я знаю. Пленку натягивает. О, тут целый ров. Это что, обводной канал у него? Ну да. Так, Сережа, пошли.